Работа в действии муниципальная милиция действительно может повлиять на благоустроенность златоустовских улиц. В этом убедились жители КТОСа «Гагаринский». Теперь по этим ступенькам можно идти почти как летом. Нина Елизарова 2 дня назад пожаловалась на обледенелые парапеты в муниципальную милицию, а теперь принимает работу. Обледеневшие все были ступеньки, пройти невозможно. Здесь у нас 2 школы, 2 садика, дети и самостоятельно, то есть с родителями, и мамаши идут с детьми маленькими. Невозможно было пройти. В данный момент дворник работает, в настоящее время очищенная, и остановочка всегда в порядке у них, и лестницы. Сейчас ее убирают, чистятся ежедневно. Совместная работа на благо родного города. Для сотрудников муниципальной милиции взаимодействие с неравнодушными горожанами – настоящий кладезь информации. Ежедневно в течение рабочего дня мы проходим свои административные участки, выявляем нарушения, записываем и ставим, добиваемся исполнения. Добиваться благоустроенности во дворах может каждый житель Златоуста. Для этого во всех районах города действуют отделы муниципальной милиции.